Всем привет, друзья! С вами Харди, и мы продолжаем. Это Westland Survival. Иха! Ковбойцы и индейцы. Раньше было лучше. Задание уже взято. Вот это задание обновляется раз в сутки. Где доставать подарки? Все-таки они нам падают. Все очень, в принципе, просто. Еще, мне сказали... И сразу же дают новое задание, потому что, которое сейчас на твоих глазах сдал, я его сутки назад сделал. Установите печать третьего уровня, одолейте босса в пещере духов. Нифига себе. А вот это задание, блин, не слабое, да? Горная плата. Что это такое? В конце должен быть босс. Мешок, да? Мешок с... Просто мешок. Самый легкий способ, где можно находить подарки. Все та же ясеневая роща и кленовый лес. Реально, по 3-4 подарка на локации можно найти. Серьезно, бегаем из одного места в другое и готово, да? И бомбим их бесконечно. Вот. А вот елочку мне сказали, в дубовом лесу видели. Так, давай посмотрим задание. Сюжетку я пока не буду проходить, друзья. Я сделаю это позже. Сейчас мы идем вот это вот задание, чтобы в конце найти мешок. Мешок с... Горная плата, прихвостни убита. Ну тут не должно быть сложное, да? Все должно быть достаточно легко. Горная плата. Опа! Сразу, да, не в бровь, а в глаз. Есть подарки на локациях? Конечно, есть. Ну, то есть, понятно, да, это будут составные части елочки. Воу! Классно! Привет, дружище! Ну-ка, всеки мне. Ну, как бы нормально, чё. Вот кого нам надо убивать. И как часто они, интересно, будут по... А он появился просто и пришел на локу. Вот так вот. Нифига себе, да? Давай подождем. Я засекаю время, прям реально. И эксперимент удался. Друзья, прошла всего лишь одна минута. Одна минута, представляешь, и пришел этот бомж. Фантастика. Вон он идет. Классно. Реально. Примерно плюс-минус минута. Хо-хоу, дружище. Ну что, ждем дальше, да? Плюс-минус минута, может быть, полторы. Так, ну да, вот эти пацаны, они спустя время, типа. Агрессивное животное. Уйди, блиночки, не порти нам красивый кадр. Просто авто включаешь, да? Через 7 минут, ну через 10 минут, возьмешь свой телефон, у тебя уже прихвостней будет убито 7 из 7. Круто был? Вообще фантастика. Ждем дальше. И вот он, хмурной тебя прибьет. А, слушай, ну прихвостень, да? То есть это еще не главнюки. Это не главные, ребята. Классно, классно. Может быть, полторы минуты все-таки. Но мне кажется, минута. Ровно минуту ожидаешь, и все, и готово. Ждем дальше. Мужчина, я уже заждался. Идет. Шикарно, блин. Ваш праздник обречен. Чем меньше... Слушай, первое задание, и такое сразу, да? Ну, как бы решаемо и очень легко. Поехали к Арнольду. Привет, Арнольд! Чем меньше, тем лучше. Завершить. Пещера. Хмурной убит. Всему виной Хмурной. Монстр, пытающийся помешать проведению фестиваля. Никто иной, как древний дух Хмурной. Не знаю, чем мы ему так насолили, но праздник важен для всех жителей нашего края. Говорят, пуля в лоб, луч. Короче, поехали. Я готов наказать вашего бомжа. Вы обнаружили местонахождение Хмурного. Слышь, их приятно так. Третий квест, да, и все, и готово. И нам уже дают хмурного этого негодяя. Класс, да? Враги. 40-й левел, типа, справится с этим заданием. Такс. Начало мне уже нравится. Может, он меня не тронет, если я эльфом прикинусь? Хорошо, сколько подарков. А, ну он же, типа, пытается испортить нам Рождество. И он все это стащил и в пещеру утащил. Безобразие, да, негодяй? Негодяй, мы уже здесь. Так, сразу переоденем, типа, интереснее что-нибудь, да? Все-таки это босс. Ну-ка. А походу, когда начнешь скрывать, он пойдет. Воу! Какая грязь, смотри, что. Ха-ха, мешок. Просто лежит тупо мешок. Не вскрывай этот мешок, это интересный мешок. Недостаточно места новогодние бусы. Да вы офигели, а? А чё тогда поднял, блин? Вот отстой, блин. Ну неплохо, да? Так неплохо надавали, но вот бусы я потерял.
Текс? Текс? Оу, дружище! Насколько быстрый парень? Ну, его не могли сделать каким-то суперфантастическим, да? Вон чё. То есть, если бы его сделали суперфантастическим, испортили бы Рождество, когда ты прибежал бы сюда и откис. Правильно? Классно, классно. Вон, он даже не доходит. Все? Рождество спасли? Спасли. Мы с тобой эльф просто. Нифига себе. Главное украшение на праздничную елку. Все-таки елка существует. Мне говорили о том, что она существует. Да. Ничего себе, какой беспредел. Это же вообще... То есть я все в котел сливал, а надо все в елочку, да? Вот я мозг. Так. Ну и. Что я могу сказать? Побежали, блиночки, за елкой. В дубовом лесу точно была замечена елка. Пойдем в дубовый лес. Хотя я вроде его пробегал. В общем, хвойные, да? Хвойные, ты его увидишь. Пока бежим, давай вскроем. Посмотрим, что нам дадут. Опять кинжал, да вы что, прикалываетесь, что ли? Ну, как бы это классно, что это халява. Оп. О, вот это я уже понимаю, мужчина прикинулся, да? Давай заскочим сразу. Заберем свою награду. А если он сейчас не заберет эту звезду... Чик. Важная деталь. Зимний кленовый лес, ясеневая роща, Ой, вообще фантастика, да? Добыть елку, украсить, вернись к Арнольду. Нифига себе! И нам еще дают 10 свертков. Офигеть! Вот это мне прям по душе. Да, это клево. Вот сейчас только надо искать елку. То есть ее по факту там не было, да? А вот теперь она может появиться в дубовом лесу, в кленовом лесу, вон в дремучем, в сосновом только нету, да? Ясеневая роща, кленовый лес, ну и соответственно зимний кленовый лес. Не, нафиг усложнять, вот дубовая локация, вполне изи. Ты представляешь, я только пришел. Ну понятно, что усложнять, да? А? Красавица елочка, фантастика. Так, стоять, место есть? Есть, все нормально. Самое главное, мы добыли, да, звезду. Новогодняя елка. Хо-хоу, вообще фантастика. Теперь домой, конечно же, погнали. И важная деталь. Если бы я, балбес, в котел все не кидал, я так думаю, я ее сразу бы сейчас нарядил. Ёлы-палы, а я все сливал в котел, да? Ну, сейчас посмотрим, что там надо будет. Ну что, устанавливаем? Чик. Да, вот здесь самое ей место. Красиво. Ну-ка. Блин, мне кажется, я не знаю, все ли вот это давали. Наверное, все-таки не все, да? Надо еще бегать, добывать. Но много-много я в котел слил. Ой, балбес. А я еще думаю, как так? Новый год без елки, это же вообще, блиночки. Как так можно? А вот так вот. Нужна елочка, всего по 20, да? Такие ровные количества, всего по 20-ки. Ну, ничего страшного. Я думаю, можно было сложить все, да, сделать. Я думаю, мы быстро ее украсим. Вот, в обычных красных локациях можно бомбить вот это все, да? Класс, шикарно, да? Смотри, что, звездочка уже есть. Нормально, да? Звездочка есть и свечки поставили. Друзья, с вами был Харди. С наступающим вас, Новым годом! Спасибо тебе за просмотр. Если понравился ролик, оцени луксом, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Пока-пока!